Диплом победителя полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» получает Ольга Макеева с проектом «Космические выходные в Самаре». Тур включает экскурсии по улицам города и посещение музеев. Открыть для себя интересные страницы истории могут как гости города, так и самарцы. Наш проект уникален именно экскурсионными составляющими, именно наполнением историческим. Мы разработали специальное интерактивное пособие для посещающих его. Ну и кроме того, он включает в себя ночевку. Для нас очень важно, чтобы были загружены объекты размещения, автотранспортные предприятия, и он круглогодичный, то есть это можно его проводить как зимой, так и летом. В полуфинале 99 конкурсантов из 19 регионов России презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли аналитические задания. Самарская область стала лидером по числу победителей. Из 16 финалистов четверо представителей 63-го региона. Мы очень рады, что этот конкурс собрал участников, которые не только являются профессионалами в своей сфере, уже работают в сфере гостеприимства. Я посмотрел, там есть участники, которые только-только пробуют себя, и это здорово. Мы по большому счету даем надежду тем, кто готов работать на страну, готов работать на продвижение ее туристического потенциала, ну и не только туристического. Вообще, как оказалось, сфера гостеприимства достаточно большая, там не ограничивается туризмом. И это просто шанс для того, чтобы вырасти в профессиональном плане. Вы делаете очень большое дело. Россия – страна возможностей, и эти возможности зачастую раскрываете вы. Именно мастера гостеприимства. Показываете нашу страну, показываете наши регионы. Но чем больше люди узнают о родной земле, о нашей великой стране, тем больше они, конечно же, влюбляются в то место, где они живут, в тот регион. В этом, мне кажется, есть очень высокая миссия настоящих мастеров гостеприимства. Глава региона объявил, что принял решение учредить специальный приз для участников конкурса «Мастера гостеприимства». Победитель сможет реализовать свой туристический проект на территории Самарской области. Теперь лидеры полуфинала сразятся за звание мастеров в финале конкурса. Он пройдет уже в апреле на форуме «Россия – страна возможностей». Лариса Шалафаст, «События».